В актовом зале РЦО города Каспийска 18 мая состоялось настоящее творческое мероприятие – республиканский смотр школьных театров «Наследники культуры». В этот день проходил второй этап отборочного тура, в котором приняли участие 17 школьных театральных коллективов из Махачкалы, Кизилюрта, Избербаша, Дербента, а также Дахадаевского, Кизилюртовского, Ногайского, Буйнакского, Сульманстальского, Кизлярского и Дербентского районов. И вот я предстал перед судом отца. Колени, но почему не на виду? Расскажи-ка, как ты порвал штаны? Смотр проходит в рамках реализации в Дагестане межведомственного культурно-просветительского проекта «Театр в школе». Организаторами являются Министерство образования и науки региона при участии Минкультуры, администрации муниципальных образований и Республиканского дома народного творчества. В состав жюри в этот день вошли заслуженный работник культуры Дагестана Миназат Мурадова, актер Аварского государственного музыкально-драматического театра Магомед Дудуев, руководитель регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Альтаир Заира Бейтимирова, а также руководитель драм-кружка «Квин» города Каспийска Валерий Капранов. Ну, сейчас вот мы немножко просмотрели уже там два коллектива. Ну, мне лично все это нравится. Мне вообще нравится, когда вот люди обращаются к этому творчеству, вот, потому что иметь желание – это уже талант. Я очень рад, что оно в Дагестане началось, такое движение театральное, именно в школах. Вот детки стараются все. Это такое подвижничество. Я просто рад этому. По окончанию второго этапа конкурса «Лучшие школьные театральные студии» примут участие в третьем – гала-концерт «Смотра», который состоится 1 июня в Махачкале.